тащил, смотрел, как мертвый корпус некто могущественного супердредноута пал в океан пламени, захваченный притяжением звезды. И на мгновение слова покинули его. Затем он резко пришел в себя. Ава? Санитар, вспомогательную рубку на третьей палубе! Немедленно! Ава! Ава, ответь мне! Ава! Мой вождь, легион повержен. Мы вывезем вас отсюда, если они доберутся... Трус, мы разберемся с санрайдером лично. Мой вождь? Подготовь наши райдеры. Скоро наш план свершится. Давайте, ребята, построение паковцев рассыпалось. Пора разнести контур парадокса. Новая боевая единица вступила в бой. Что? Аркадиус, так вот ты где. Ты подоспел как раз вовремя, к началу представления, капитан. Внимание всем рейдерам, цель — машина Аркадиуса. Если мы уничтожим ее, мы сможем завершить войну здесь и сейчас. Завершить войну? О нет, капитан. Наше тело бессмертно. Если мы пойдем, то кто-нибудь другой наденет маску и продолжит наше дело. Цель уничтожена. Времена меняются, а речи злодеев остаются столь же долгими. Подтвердить попадание. Мы его убили? Да, мы убили его. Аркадиуса больше нет. Что? Клубцы. Вы никогда нас не ВТФ! Что имя нам Легион? Нас больше, чем звезд во вселенной. А вас так мало. Мы Аркадиус. Теперь ты понимаешь, капитан. У вас нет надежды победить противника, чье число безгранично. На месте каждого поверженного встанут еще двое. Наш разум един. Наши тела неисчислимы. И еще нет. Не все. Я не такая ответственная, как командир. И не такая умная, как Чигара. Но я положу конец твоим злодеяниям, чудовище. Возвращайся туда, откуда ты пришел. Ты не ступишь ни шагу вперед, пока я здесь. Ты же просто жалкая девчонка, которая играет в героев. Я не просто девчонка. Я не просто герой. Я... Шар Рюви! Что? Аркадиус, ты заплатишь за смерть моего отца! Ох, тактическая жесть. Вы что, серьезно? Ну они, кстати, попроще, чем те на 2000 хп. Санрайдера нет. А я приказ отдавать не могу. Ну вообще офигенно.
А я, конечно, к фигам могу здесь все разнести. Это будет интересно. А, знаете, я не хочу мучиться. Без Санрайдера тут, конечно, грустно, да вообще не говорите. Нет, я могу, конечно, плюнуть и уже не мучиться, раз это пошло. А потом перепройти все это. Я так понимаю, что если бы еще этих ребят там разнесли... Нет, чувствую, сейчас просто все полетят машины в хлам. Ну, я понял. Да, чувствуется сложность-то. А, Вовчик, почему я злой? Серьезно, еще и выжил. С одного пульса? Нифига себе. Броня, уклонение, урон плюс 100%. Сейчас как-то жесткая она. Да, батлшип тут на самом деле дикая. Решают. Thank you.
Evasion successful. The enemy missed. Evasion successful. I need cover. Походу ей хана. А нет, жива. Уклонение плюс 150%. О, броня плюс 150%, урон плюс 150%, Cruiser here. What can I do for you, Mom Capitan? Shall I compute something? Anything for you, Captain? Fully armed and ready. Bombs away. Жестковато, жестковато. Санрайдера нет, приказов нет. Это плохо. Your will, target failure.
Довольно жестко, если честно. Без команд вообще. Жесть. Мои корабли. Сокрушите этих глупцов. Конечно. Что? Два корабля? Серьезно? Really? Ну нафиг. Три выстрела. Ай, блин. Еще и сейф корявый. Мне кажется, что в этот раз получилось немного хуже, чем предыдущий. Да. Короче, сам фигню сделал.
Cruiser here. Today's my lucky day. You're watching me, Captain. All hands, brace for combat. Eliminating the enemy. All hands, brace for combat. Awaiting command. Awaiting command. Battleship operation. Blackjack, good to go. Phoenix reporting. Легиона Аркадиуса, блин. Неэффективно говорите, давайте проверим. Нифига себе неэффективно. Очень даже эффективно. Очень даже эффективная пуха так-то. Правда, жрет она как паровоз, но это... Open fire. Observing the enemy. Oh, what? Oh, do no, you need no, something scanned? Cap lights off. Корабли-то медленно просаживаются у меня. Все. My honor is my shield.
Уже сдаетесь? От кого сдаваться-то, блин? Жесткая миссия, серьезно. Если не вот эта орда батл-крузеров и прочей фигни, это была просто... Это просто был бы вынос мозга. Да. Серьезно, ДПС. Open fire. Fully armed and ready. Bombs away.